Опа. Лугарч. Давай Поздно. на счет три. Камень, ножницы или бумагу. Саня, считай. А. Б. Да ничего уже, блин. Нечестно. Мысли, честно, ты же молодой. За, короче. Мысли развивать не хочет и гонит еще что-то. Ну опять шея болит, блин, да что такое? Мне это не нравится. Нет, только тебе, у меня тоже болит. У меня раньше шея не болела. У меня плечо болит что-то. У меня не только шея болит. Не, у меня только шея, именно. Старпёр. Сам такой. Сам такой. Раз, меня слышно? Нет. Да. Блин, у меня на это вылетело. Синхронно ответили вдвоем, что нет, я бы даже поверил. А реально ли апнуть 250 РП за 5 дней в рейтинге? Конечно, реально. РП это что, 2,5 типа ранга? Конечно, реально. Че, нафиг я их вообще беру? Не хочу напугать. Если начинается проблема, лучше заняться ими сразу. Удачи шеи. Так-то да. Мудро. Лучше сразу заниматься проблемами. Шея болит, глазах песком засыпал. Да. Да что, посыпался, и ребята? Полно. Посыпался. Не надо? Нет. Да, надо. Понял. Четверку ты предлагал? Да? Не надо. Чё? Не так надо. Не надо или нет? Четверку лутали? Я нет. Макич, лутал? А, четверку? Да. Да. Поеду тогда у вас лутерить. Ну да посмотрим, был лут бы стырить бы у кого-нибудь. Походу уже не стырю. Походу все залутано. Привет. Ачечка нужна кому? А ракетница появилась. Что нужно? Очечка. Да. Скоп нужен. Скоп нужен. Тебе нужен. Тут фуловая аптечка еще лежит справа. Жопу на эмку еще нужно. Возьми. Вертикалка нужна? Ну да. Блин. Я так из вежливости вообще спросил, типа, не думал, что кто-то скажет, что нужно. Ну извини, что так получилось. У вас придется остановиться, чтобы мы вертикалку взять. Туда надо. Ну давай. Тебе тоже надо? У меня машина-то нет.
на пути, там атак есть. Я знаю, на нем приехал сюда прям пытаться. Видишь, что стреляются? Клево. Классный скоп. Я бы до пожарочки доехался. Там падли вроде. Я не уверен. Нет, стоп, я не уверен. Не уверен, не уверен. Да до пожарки доедем там. И почему хуже азиков? Надо пробовать. Они на лицо едут, и мы заедем. А там чел сидит. Как... Там чел сидит прям все. Блять. Я еду. А нож, прикрыть нас надо. Где метки? Есть? На крыше пожарки посмотри. Пострелив типа. На, ну, там не, ну, на пожарке уже на крыше. Отшугнул его. На крыше был. Ребят, надо бы на крыше что-нибудь зашвырнуть, есть у вас? Есть, есть. Сейчас кидай буквально 3 метра от кончика, от края. Прям вглубь. Быстро, он там ложился. Прыгнул уже. Ой-ой. Спине его спугай. Макси, откуда он-то? Ты его поднимешь? Не знаю, откуда-то 160, что ли? За камнем. За камнем. На метке. Вот метка точно, за камнем чел там. Поднимешь, смотрите, пожарочка. Влево пошел. Да, там двое. Я одного только вижу. Я к вам еду. Смотри, смотри камень, смотри камень. Он его нокнул. Так. А пожарка жми. Это... Пожарку снялась. Все, чьи да? Это челы? Пожарку нокнул, Мак? Который перебегал. Что? Я лево нокнул, да, походу он. Давай, давай, это он, это он, это он. Я скинул здесь бачочку в трюке. Думаю, вертикалку ты себе нашел. А, нет. Ну там в трюке. Ну, по идее, весь лут себе нашли, не? Что там, АЦВРка? Две ребята из АЦВРки. А чё у него за штаны такие модные, ну-ка? Чё это за... Ладно, поношу. А мы переживали, лута нет. Берила нету. Есть, у меня. Ну тебя не то. Блин, семерки чё, в дефиците нынче? Блин, в натуре в дефиците, охренеть. В децифите. Децифит. Ой, а зона-то ушла. Так не согласен играть. Надо обратно ехать. Вернемся, да. Вот здесь вот играем. Да не-не-не-не, прям на кемпе подожди. На гору лезть нахрен. И так кайф. Горит. А, по хп нормально. А где моя тачка? Или это и была моя тачка? А где тогда тачка у Аздаса? А так мимо ей. Ротация, ротация. Я стоп. Откуда, куда? 260. Туда, туда въезжают. Ну они еще не туда. Мимо меня проезжают. Может встанут на гору хотя бы ради приличия? Ля, полетел! Перевернулся, Мрада.
Но забрал. А что за выстрел? В ангаре там сбили. Да, если со спиной тебе. Там в ангаре, да, человек. По мне. Нок. За ангаром. Голову дал. Или не голову, тело. Сейчас заеду. Он фулл Т3. Без башки, за будкой. Горы душат. Тебе забрать майки? Они приходят за ангар, за ангар. Я уже не знаю. Да, понимаю. Откуда он знал? Второй раз секундуха, можешь подъехать? О, да, еду. Это жестко. Да что за мотик? Не успеешь уже все. Он сам приехал к нему. Нет, ты уже разворачивайся. Анох, Анох, куда ты? Он уже мертвый. Да, разворачивай. Есть там профессионал, все видящий. Мне показалось то, что не у них. Куда ты спреешь в землю, алло? К тебе? Ну, он просто в землю стрелял. Я, короче, троп вызываю пока. Наверное. Откуда? С горы, D75. Дугара кушает. Говорит, ом-ном-ном-ном-ном. Кушно. Ну, там сейчас пауэрблейды придут. Придут. Левые, левые. Третья башка. За бетонкой чел прыгнул. Нет, нет, во второй башке был. Зон нормально. Третья башка. Машина. Да, да. Мимо. Машина приехали. Едет. Серьезно? Мимо просто. Они у будки топнули. Блять. Так, так, так. Тут без смока. Надо на меня прям ползи, потому что горы еще. 280. Куда ты доедаешь, алло? У тебя третья башка нокала? Я не знаю, кто мне нокал вообще. Мне там взлетел, то что это. Желания не было спрашивать. Ну, да, давай, покинь. О, ящик. Ну, он же пустой. Там моя бронечка, на самом деле, кстати. Если пустой. Ага, давай, давай, давай. Броню там сменил. Блин, вот этот вот интересный чувак только на самом деле. Кто? Второй шпендель, это фиг с ним. Батак берет? Перепарковывает, наверное. Ну, угомони уже там. Он один свой. В итоге там сейчас. АВМ. Когда успели? Сосать в себя. СФР-ка и АВМ, что ли?
Их только АВМ. Он со сварки чел пункта 3 стрелял, вот. Без башки. Там по зоне-то, ё-моё. Ага. Сюда. Давай, давай, трать пуль там, АВМ свои. Трое их там. Трое уже? Один с АВМом, другой дурачок и третий фулл-то три. Расписал. Это где, вот левая часть кемпа? В кенесе. Почему в кемпе? В каком кемпе? Ты как будто прерываешься, ты говоришь, мы тебя переспрашиваем, как дурачки все. Ну а, чё? Кто? Нет, а? Нет, силы бегут. Слушайте, здесь где-то, на метке. На тройке. О, этот плохо. А, тут чел с меня. Да, что? Что? И чё, ждал три шота, он нокнулся. Как вам предложение вообще заехать обратно на пожарку и оттуда играть уже? Иначе мы тут будем вообще в жопе полной. Как вы думаете? Как считаете? Давайте я на мотоке заеду туда и проверю. Я, ну а что нам там делать? Потом, что потом выезжать оттуда, рисковать, ну, давай. Ну мы. А вообще, ну там хотя бы закрыто все будет, с той стороны мы будем знать, да. Короче, я быстро прокачусь и посмотрим. Бика тебе дали. Угу. Там местное население привлекает. Заезжайте. Are you serious? Of course. Я говорю, мы там в анусе полном сейчас будем, а тут сверху будем все видеть. Of course I'm serious. I'm serious as fuck. Право слева. Единственное, на крышу вылезти опасно. Хотя уже нет, по-моему. Челик 85. Ой. Челы, которые бежали у нас тут, где они? А хрен их знает. Зона-то ушла. Ну, понятно. О, вижу, чел справа бежит. Еда. Там дроп еще вызвали. Вот сейчас баги, ну, вижу, вижу, баги подъехали. Здорово, братень. Кагаси мне в голову не стал. Угу. Вот сюда нам надо людей убивать, туда идти. А может лучше где мы будем? Они на баги на крышу заезжают, и там Вуки еще бежит. Ну, в смысле, наверх. А, они там стреляются наверху. Там ноги есть. Они за гору ушли. Закрутись за гору. Лучше говорю же к нам. Я пошел пробовать куда-нибудь. Блин, тебя спрыгнул. Возьми, возьми еще с собой Аноху. Поехали. Поехали.
Блять. Анус. Тут мы что, были нормально вроде? Чела надо убить. Готовься. Нет. Он не один там, он там не один. Тут тоже отмена, дядь. Нужно, походу, возвращаться там, где были. Давай, где там, мы были, где... да. Там уже люди должны быть. Да, вон они. Короче, в яму поехали. Ебись. Да боже, нифига не понял. Я вылез у тебя, Стасик. Я не понял, куда мы? Что происходит? Здесь, сюда. Уезжай. Уезжай. Везде, понимаешь? Везде неудобно вставать. Аккуратно. Ладно, все надо. Давай, доброй ночки. Есть хочу, уже и спать хочу. Эти нам должны от горы помогать. Гора нам от этих. Аноха. Удачи вам, доброй ночи. Давай, доброй ночи. Давай, давай, лишь пока. Гора подпушила кемп. На метке стоит. На метке. На трой? Да, да. Они их крутят еще дальше. Сюда куда-то идут. Ну, там один вообще. Жить негде. Дрэ, ты вылез. Надо до конца. Да я не понял, что ты хочешь. Ты туда-сюда. Понимать, и... не надо сводить, всегда сидеть просто. Так ты так затормозил, я думал, мы стопаем все. Не-не. Ну блин, ну я что, совсем что ли, блин, в опу не вставать. Я просто думал, пока ездил, думал везде. Комп... Нет. В бетонку зашел. Да, я не. Да ты урод, блядь. Хае! Пиздец, он всегда именно такой. А два мечела в горе стоят, что здесь? Балкон! Хорош. Убил АВМера. АВМера? Отлично. Да. Может, здесь гора будет душить, наверное. Я пробуйте. Пробуй. Там карабин. Карабин забей. Давай, братик. Махиш, где там жить? Бля, я не знаю. Это просто пипец, реально. В таком анусе. Где? У нас хоть что-то есть побросать? Что-то хоть есть побросать? Клоун. А этот знает всегда, куда кто идет, но ты не пройдешь, не проскользнешь. В смысле, он тут в кемпе сидел, я спрашивал, ну ладно. Так, я думаю, под балкон я не хочу подставляться, где читак, поэтому я, наверное, под кактусами вот здесь. Слышишь? Матч. Они там уже идут, я услышу. По-моему. Отмена. Как тебе? Понятно. Это моя точка. Занята? Да нет, ты как бы осталась. Я могу сделать так. Но это читак. Не буду я так делать. Куда это он? А он серьезно? Он хочет на мотоке врываться куда-то? Вообще никто не пикает. А потому что видишь, мы стоим как, никто и не даст на нас пикнуть.
в открытую совсем. Как минимум этот... Добрее. Он под машиной лежит снизу. Да-да. Его не смогут рисовать. Конечно не смогут, я его добил. Ты за этими? Я смотрю, я пока смотрю. Сверх. Думаю, еще смоки, может, есть у него? Или я все взял только что? Сверху один проходил, вот тут был. На четверке. Семерок только. Хаешки есть теперь, смоков на 3 скинул тебе, если надо. Что ты так мне внизу скинул? Вам бы, наверное, тачку подогнать, как где Маки сейчас сидел, чтобы закрыться. Не, да чё, и чё мы там вообще? Гуси будем сидеть. Ну вообще было бы неплохо. Ну да, ну, на так, самом а деле. В опе не будете фул. Какая пиздец. Типа они в открытую будут ходить, а мы там будем зажаты пипец. Вот я думаю, зайди за камень сюда ко мне, да и все. Подумал, что уже не приду. Там сверху есть, знаешь. И сейчас будем... А. Они в ангаре. Они в ангаре. Да и смысла не было сюда идти. Надо обратно. Они заколебали, они путают все карты постоянно. Как стать, где быть? Давай я сейчас тачку подгоню. Что? Там типа уже нечего ловить. Не с... А, с этой ушли. Бетонки. Понимаешь? У нас бетонки больше нет людей. Типа вот, бетонка и раз, и ангар. И люди сзади на горе где-то. Сзади на горе они пиздюли огребают, они нас с ним больше не смогут. Блять. Мне подарочек. Это с ангара, да? Добрый волн. Корсара 6-го зарядили. Там сверху, интересно, чел живет где-то, или он чем полево закрутил? А он там под дорожкой. Будки пойдет. Будки где-то валяется. Все живой еще, конечно. Все, там сзади. Колбежки есть. Тут живем дальше. Там вот так ЛГ идет. У будки. Вижу. Под дорогой, в натуре под дорогой. Ну я ж под опан выхожу сюда. За тачкой что ли? А у тебя есть хаешечка? Хаешечку кинул туда за тачку ему. Нет, тут хаешечку бы вот на четверочку прокинуть на второй этаж. Там двое. У нас слева двое. Тебя одну хаишку скинул. Пока спину смотрю. А вот у этих хаишек тоже, кстати, неплохо было. Ну они к нам пойдут. Мне куда больше. Это 4 сквада сейчас. Бетонка, ангар, дорога. И мы. Понял, они чуть дальше. Пусть живут. Они там, где растения, снизу? Ну, они прям вот здесь, на пипке, короче. Ё-моё. Чекай. Ног. Добил? Его почти добил, почти. Добил, добил. Но не добил. Сразу. На второй этаж закинешь? Что закинул? У меня ничего нет. Я выбросил свою. Обей. Меня вдвоем зажали. На втором этаже и у дороги. Балкон, 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 балкон. Thank you.
Тиммейты его, что ли? А, да, 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 да. Понял. Блин, потнющая катка. Нет, тех можно было убивать. Блин, будь у меня вот не миник, я бы даже, может быть... Хотя нет, я нормально пострелял. Чё я?